Анонс и дата выхода нового 4-серийного сериала «Почти семейный детектив». Премьера детективного сериала состоится на телеканале ТВЦ 28 декабря. Сюжет сериала. Главная героиня мини-сериала пишет детективы. До сих пор любимым мужчиной Анны является успешный бизнесмен Илья Галицкий, у которого свой издательский дом. Было время, когда начинающая романтистка проводила с ним много времени, хотя у мужчины есть семья. Прошло 10 лет с тех пор, как беременная Ганна прекратила общение с Ильей, так как ее любимый человек не хотел разводиться со своей супругой. После того, как Галицкий стал главным подозреваемым в убийстве любовника жены, писательница пришла ему на помощь. Она планирует самостоятельно найти настоящего преступника и спасти любимого мужчину. Напомним, премьера детективного 4-серийного сериала «Почти семейный детектив» состоится 28 декабря на телеканале ТВЦ. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки!